Прекрасные сейчас дни, новогодние, рождественские. И вот мы в храме, в таком замечательном, красивом месте на Святых Строях в Саранске. Расскажите, пожалуйста, о своем храме. Ну, храм у нас молодой, ему все только 8 лет. Это место было болотистое, завешено 30 тысяч тонн грунта. За 1 месяц и за 5 месяцев мы его поставили. И вот теперь служим. Потом к этому храму вот пристроились эти перестройщики. Потом духовный центр сделали, живой уголок сделали, помещение вот для свечей, для того, чтобы можно было свечили. Теперь мы свечи льем окопные и на СВО. Помогаете бойцам? Да, помогаем. Сети плетем. Маскировочные сухие супы готовим. Каждый месяц, а иногда бывает несколько машин в месяц, отправляем. Насколько вот храм вписался вот в местный ландшафт, а главное в духовность вот этого района, пролетарского, скажем, района. И так и есть на самом деле пролетарский район Саранска. Ну, здесь, смотрите, вот мы говорим про магазины, чтобы они были в шаговой доступности. То есть есть тело, и о теле мы очень с вами заботимся. Вот храм, он тоже должен быть вот так рядом, чтобы мы могли заботиться и о душе. И он вписался, вот я же сказал, что здесь какое место было, лягушки квакали, а теперь это благоурошение вот этого района. И мало того, мы дальше будем территорию благоустраивать. Нам администрация городская выделила 1,7 гектар земли. Это будет парковая зона, в той зоне, в сторону Ашана будет парковая зона. У нас уже детский городок есть, другие вещи есть. Сделали посъемку, сделали. Сейчас делается проект благоустройства этой территории 1,7 гектара. И с весны уже начнут там уже проводиться работы. То есть дальше территория она будет благоустраивать, чтобы
люди могли и душою, и телом здесь отдохнуть. Но вы еще известны тем, что шутка немножко помогает вам по жизни. Даже вот зайдя в храм, в коридоре там это самое написано, если будут люди помогать, то у нас будет вот такой храм. И храм там примерно как Христа Спасителя. Ну, да, если, это, на самом деле мы уже забили 10 свай, уже забили, но началась пандемия, и у нас, к сожалению, работы приостановлены были. А вот теперь, видите, вот у нас эти средства направляются на другие цели. Поэтому, наверное, было лучше времен. Но сейчас народ в храме помещает, потому что мы сделали пристрой, и поэтому, слава Богу. Очень душевный храм. И всем места хватает. Всем нас пока вот в данное время. Да, мы храм начали строить до пандемии, народ не помещался. Но эта пандемия нам несла свои коррективы. И, к сожалению, сейчас народ из-за боязни заболеть, к сожалению, стал в храм меньше ходить. Ну, примерно большие праздники, он полный, но все помещаются. Бог помощи и здоровья всем прихожанам. И, конечно же, настоятелю. Спасибо, Господи. Вам пусть спасибо. Хранит эту местность особо, потому что место прям действительно, вот все посмотрят, зрители, и обязательно должен каждый побывать в этом храме, даже издалека. Спасибо большое вам.